бій, між патріотом та російським, Харків, Донецьку, українське місто. Зашибісь взагалі. Зашибісь. Ось это у него рост. Так, вот так вот все. Все нормально. В ночь с 14 на 15 марта 2014 года в этом здании по адресу город Харьков, Рымарская, 18, состоялся первый бой украинских патриотов с сепаратистами. Наши ребята их победили и доказали, что Харьков — это Украина, Харьков — это украинский город. В память об этом сегодня патриотами будет установлена табличка о тех событиях. Ну как-то красивее, да? Так, чуть-чуть ниже. Нормально. Понятно, где-то туда. Вышел отсюда.